Streamcheek, de Streamcheek. Streamcheek, pa de Streamcheek. Ой, как ярко, когда я кое-что делаю очень ярко. Может сделать менее ярким вот так. Ой. Ой. Ой, темно как стало. Непонятно. Ладно. Пойдет. Немножечко ДБД. Чуточку. Чуточку ДБД будет. Так, так, так. Поживет. Понял, блять. Все, теперь понял. Ништяк. Игрулечка пошла. Что под лаги, не понял. Что-то было ли лаги какие-то непонятные. Сейчас вроде бы все ништяк. Как так быстро починили, я, блядь. Как так быстро, блядь, починил нас? Что так быстро починил, охуеть? Как он так быстро починил, я ничего не понял. Вообще ничего не понял. Чесни как падлы, блядь. Козюлька. Ах ты тварь старая, где ты есть? Будешь знать, как у меня под носом снимать. Голубчик. Ай, как хорошо. Привет, Зев.
падлы все хиляются. Лежать, не болеть, родная. Пойдем. Пойдем, пойдем, повисим, отдохнем. Костя, здрасте. Молодец, блядь, у меня падает, что серьезно, меня не видел. Ты не слышишь? Странно, странно, странно. Куда ты собрался, голубчик? Голубчик, ты куда? Что там? Играем, мы играем в ДБД. 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 Break by the light. Ой. Блять, он сдох, а я ему маску одел. Прикинь, как так. Так, у нас осталось двое выживших. Ого, пишу на друга. Куда, куда побежала? Я не туда побежал, прикинь. В принципе, нормально. Я по ним следам не ориентируюсь. Тоже подвисает. Что, подвисает, да? Бля, надо, короче, битрейт увеличивать. Да я битрейт тут увеличил вообще. Может, из-за этого подвисает, конечно. Сейчас сделаю. Вот, может быть, сейчас, может быть, все будет получше. Прием, прием. Сейчас, может быть, получше дела, но я не уверен. Так, она сняла своего дружка сейчас. Куда же побежать? Одна осталась выжившая. А, она, блядь, знала, где люк, сразу ничего. Люка ждет, зуб дает, и угадал. Ты угадал. Да.
Знала, где люк падла. Под люка. Ой, а где эта херня? Блять. Вроде норм стало, да? Точно или не точно? Просто надо понять, из-за качества видео это или из-за чего. В смысле, хоть ничего серьезно. Давайте еще. Я хочу за маньяка побаловаться. Сегодня вот. Бля, что так быстро ищет, ничего себе. Обычно по 3 часа находит игру. Убираю это выше, пацаны, взял коробки. Так, вот это поставим. И зачтем лишь время поиска ключа, да. И давайте-ка. Какую-нибудь карту, может, поинтереснее. Бля, я не успел, ну ладно. Джей, ну что, ты никаких игр не знаешь? Ужастиков, что-нибудь страшное найти. Я не могу ничего нормально найти. Все говно. Амнезия, кстати, выйдет. Когда в октябре 21 числа, не знаю, покупать, не покупать. Стоит амнезию покупать или нет, как вы думаете? Если ничего не перепутал, не знаю, 21 октября или ноября, или хз, когда она там. Ну, короче, в ближайшее время должны перевыпустить амнезию. Не знаю, я играл в старинную эту игру, ну... Может, на то время она была страшная, а сейчас она, конечно, смотрится как, я не знаю, какой-то трэш вообще. Кровь розового цвета какой-то, короче, бред. Если кто играл, тут поймет. Так. Никогда ползем, мы незаметны. И нас не слышно. Бля, опять карта здоровенная. Да, ходи. Как больно, да, в спинку там горбин. Горбину что-то больно было. Мне показалось, или тут три телки в одинаковых костюмах? В клетчатых. Может, так тихо. Сука, горит у меня теперь. Вот тварь, а.
хуйней заниматься, надо было бегать в одну сторону, я бы отдохнул. Ты долго за ней бегаешь, конечно. Я проебал. Прикольная команда. Ну, походу, серьезная команда, на самом деле. Бля, она, блядь, я не знаю, как она видит, блядь. Куда я побежал? Все, блядь, конец. Конец. Надо потом посмотреть, что у них за уровень. Это Тима явно. Тима тёлок. Передашь своей Тиме, что у меня под носом снимать, ну, сука, еще достаточно. Под носом снимать никогда не рекомендуется. Бля, это профессионалы, я тебе играю серьезно. Знаешь, что говорят? Что творят они, эти дамочки? Она меня видит за стенками, я, блядь, не могу понять. Как хуйня, блядь. Сука, блядь. Да, они все починили, охуеть просто. Это я на самом деле хрень занимался. Я долго бегал за это. Чего, ну пойду на выход проверять. Сука, блядь. Я зря время потратил. Но тут беготню, конечно. Так, все вышли кроме одной.
она маску снимает где-то. Дарья, привет. Одна точно, хотя бы так. Все-таки одну мы казнили. Ой, я тупил сильно, конечно. А, кстати, вот... У меня есть Майкл, я не помню. А, не, у меня Майкл Майерса нет. Бля, я хочу себе Майкл Майерса. А, ну, сейчас посмотрим. Магазин. Персонажи. А она бы не смогла выйти с этим, с... Шлем на голове, она бы не смогла уйти. Бля, я его только за деньги покупать, да ёлки. А, у меня есть 500 монет. Похуй, покупаю. А откуда у меня 500 монет? Пш, у меня ж не было 500 монет. Да ты шо, у меня теперь маньяк с Майкл Майерс. Привет, уже давно играешь. Привет. Ну, я играю давно, но редко. Сейчас очень редко. Так, видишь, немножко у меня не хватает. Так, сейчас будем за Майкла бегать. А что он умеет? Жетоны, вы становитесь снижим одним ручка. Папа, я понял. Ладно. С маской, конечно, лянь какой. Жутик. Так, сейчас он немножко быстро прокачал. Он похож на это Крика. Немножечко перца. Там как-то, я знаю, фазы надо набирать, не понимаю. Потом он с одним ударом покушает. Я, кстати, запил, что три человека выходили, уже не было, наверное. Вообще такого никогда не было. Я думаю, что я забыл, лучше всё играю, но что-то сегодня вообще охранить.
сезон, ну я да, но я ж купил тогда вроде бы мана и... Да, он большой, когда наблюдаешь. Ну, у него как у Крика, то есть у Крика, да, там фазу набираешь, где можно потом с одного удара. И у этого точно так же. Тумана добавим для... Я Коди спрашивал карты, что ты хорошо питался, но вот совет, видишь, что Суров отшугает, и уже нет туннель, ты... Да я просто в той карте тупанул, я начал бегать за одним тупо и... Хрень занимался на самом деле. Я за геником, видишь, вообще не. Я вообще геники не чекал в той катке. В принципе, я мог по геникам бегать и все тупо. У меня просто пригорело, хотел догнать эту белобрысую. И все. Но в итоге херня получилась какая-то. Ну так и бывает, это бывает. Я пытался. Ну тут была изикатка, ну бывает, когда... Когда маньяк не чекает генератор и бегает за одним, то так и происходит, это нормально. Сейчас тоже скоро на мана пойду. Фу. На сурва. Бля, что-то игра не грузит. А, это ты был белобрысый? Так ты же был не кладетка вроде. Или ты был кладеткой? Я уже забыл. Вроде ты. А, нет, ты был кладеткой, подожди, точно. Да, я знаю, что на гены контролирует. Да я же говорю, у меня пригорело, хотел догнать тебя. Но я что-то тупил, херней занимался. Я не знаю. Ну, херню делал все. Так было. Да и плюс я не разыгран. Это моя первая игра, там у меня все идея. Я ж тупил, даже видел, за тобой не бегал, что-то приседал, что-то ждал. Ты же тоже прохаванный. Я просто рассчитывал, может, ты чуть хуже играешь. Но видишь, оказалось, что мы, в принципе, на равном, ну или даже ты получше. Короче, я много времени потерял, пока за тобой бегал и слил катку. Ну, нормально. Минус один зато сделал. Шо-чо. Там он на ютубе пишет там. А чё в смысле? А в смысле чё? Ой. Сейчас посмотрим. Ну, за Майкла я сейчас, наверное, солью 100%, хотя не знаю, как пойдет. Я забыл, 13 числа все ранги сбрасываются, я просто хотел хотя бы до какого-нибудь дойти, до зелененького, но я уже не успел. О! А, сущность разочарована, но это потому что игра не пошла, сломалась. Так, фазу набирать — это когда я пешочком иду, да? Точно.
Бля, опять карта здоровенная, охереть. Ох, сейчас засну. Не спать. Завтра в школу. А во сколько сейчас в школу подъем? Ладно, давай, споки-моки. Да, они тут все. Опять херню занимаюсь, ладно. А как фазу включить другую сделать? Ааа, я вижу, сейчас за следами не успеваю сделать. Вообще забываю про эти следы, блин. Туплю жестко. Бля, неплохо он рубит, да? Ну еще команда, конечно, слабоваться. Вторая, там тоже надо плюс 15. 20. Немного нечестно. Так, следы, следы, блядь. Что-то вообще ничего не понял. Да я ж не до доски не дошел даже, как он меня оглушил. Че я смотрю на лыжи? Да, иди, родная. Так, пока дела у них плоховато. Надо подняться сюда. Сука, не хватило чуда третьей фазы. Капельку не хватило, блядь. Капелюшечку. А, можно не сразу набирать третью фазу, можно типа подбежать, а потом резко нажать, да, и у меня будет третья фаза. Ну, то есть вот прям перед носом у меня выживший был. Точно. Сюда ходи. Сейчас и вторую будем догонять. Догнали. Ха! Повезло.
Очень большой. Бля, мне нравится этот ман крутой на самом деле. Мне больше нравится против него играть. Так, только подняли. Ненадолго. А тебе жопа, тетя. Лежать и болеть. Удар. Прикинь. Решающий удар не зарешал, к сожалению. Немножечко не хватило, так. Ой-ой-ой-ой, я ей в спину жестко накинул ножом. Ну вот смысл, она ее сняла, и что дальше? И отлетела. Все вместе бегают, опять Тима Ты с кем играешь, дядя? Иди сюда. Ну, садись еще. Так, а где тетя? А, ну это все, это конец игры, в принципе. Испана не шевелилась, я бы её не услышал. Она что-то херню сделала. Где мои голубята?
Так, одну вижу и второго слышу. Так, у меня тёлка бегает. Здесь что есть, а? А, она же к выходу побежала сразу. От меня не уйдешь. Дурила, прикинь. Может сейчас повезет, в люк прыгнет. Ну не факт. Не повезет. Не повезет, не везуха. Да, Майкл жесткий, конечно, но мне нравится. Ладно, сейчас подойду завыше. Кого он режет уже, не знаю, как здесь. Безжалостно, догнал минус 4, да, ты видишь, что там 7, 9, 14, 18, разброс такой. Ну вот это, наверное, Тима вот этим вдвоем, скорее всего. А может даже втроем, потому что, ну, ко мне вообще, в принципе, не должен седьмых кидать. Ну, на самом деле, транк ничего не решает. Кто чаще играет, то он не жиран. Все, время за выжившего побегать. Вот где-то. А дед будет тащить катку, как обычно, блядь. Жертва собой. Припоминь. На 15 секунд дольше крюк восстанавливается. Ну, отлично, все. Так, что у нас здесь? Хилка, решающий удар, диверсия, нахер она нужна. Давайте-ка что-нибудь посерьезнее. Что-нибудь типа... Я даже не знаю, что хилку может поставить себе. Туннелить будет кто-нибудь интересен? 18 суток огно. Ну, он по сути есть дно, раз он 18 уровня. Ладно, на случай, если будут кемпить, поставлю часики. Бля, за выживших что-то вообще хрен ищет, ничего не ищет, блядь. А что ж так обидно-то? Ладно, сейчас пойду водички наберу. Ты нас убил. Да, хост плеер. Походу, я вас убил. I'm sorry. Так, сейчас я... Воды налью, пойду. Воды надо налить. Владимир, а ты в ДБД не играл случайно ни разу?
Ты нас убил. Чё, он еще не нашел? Блядь, почему он еще не нашел до сих пор? А чё он так долго ищет? Не, это говно какое-то получается. Блядь, что так ярко-то? Слишком долго. Почему так долго, блин? Наконец-то, вот что знаешь, надо всего заны... всего ли... всего-то заныть. И сразу же игра появляется. О, у меня тема телок. Как всегда. Нея, Зарина и Нэнси. Нэнси это из Фредди Крюгера, что ли? Фред Крюгер. На ютубе задержка меньше. Ну, ну да, где-то то на твиче меньше, то на, не знаю, на ютубе, ну по-разному как-то варьируется. Иконками других выживших. Они помогут определить, что ваши союзники ранены, умирают или висят на крюке. Понимаете? Во что можно страшное поиграть? Блин, я хочу страшную игру, и ничего нету. Какой-то бред. Остается только метро играть. На ютубе задержка 4-5 сек. Если я правильно понимаю слово дефолт. Ой. А как ты понимаешь слово дефолт? Куда мы идем, ребята? Веди меня. Взорвало. Что я понимаю, это холдер, что это просто не дополнение. Просто не смогу ради. Задержка не надо найти. Ну кто-то говорил на Твиче. Играем против охотника, точнее стрелка.
которые стреляют с оружия. Садил возьму, чини, что ты крадешься, да, елки-палки. Мы играем против палача из Silent Hill, мы играем. Бля, она прям возле меня появилась. Давай я тебя полечу. Под люка бежит за мной. Я херню сделал. Ну ладно. Бывает. А меня спасать чем-то не хочет. Как бы уже пора бежать. Чё ждать-то? Отпусти меня! Это вообще... Понятно. Может, он не поймет, где мы? Так, у меня больше жизни нет. Я сейчас, если меня поймают, то я отлетаю. Что-то желтое показывает.
слепой, глухой. Вот скорее глухой. Потому что когда я был ранен, он был супер маяском. Девушка кто-нибудь спасет. Не пойму. Я спасли меня. А, я спасли. А у меня я помню, как забыл, что не попал. Хорошо, ладно, пошли заключение. Давай. Молодец. Хорош. Я делал. Оставься под дедом, тварь. Тварь, а. Так, он за мной не побежал, походу. Ну и слава яйца. Что-то прыгнуло. Немножко пропустил. Паша хорош стал. Что-то мне здесь голосом не добавить, хотя бы, ну, когда подходишь к человеку, можно было общаться. Хотя бы чуть-чуть. Так, он за кем-то бегает. Где генератор тут был? Так, нас трое осталось, это печально.
А где третий? Что он делает? Тот осел третий ничего не делает. Бля, 3 часа я снимал, реки. Мрать. Сидел, пердел где-то, блядь. Пока девушка мучилась, страдала на крике. Подозрение, что мы не это. Не выйдем сейчас отсюда. Понятно, генератор он сломал. Так, он бегает где-то там, вы должны, блядь. Короче, вы слитая катка. Бля, чё я взорвал? А, подожди, ещё... Еще 2 бегают, всего я не купил, нормально тогда. Тогда еще все в силе. Сейчас дед затащит катку опять. Не, ворота, по-моему, тут рядом где-то. Затащил катку сам себе. Другим не повезло немножко, конечно. Но кто знает, может сейчас тот тоже выйдет. Паша Фокч стал. Паша, ну что? Какие планы у Паши могут быть? Паша, ты тупо беги на выход. Блять, он еще ползет. Паша. Все, Паша тоже прошло. Хэппи Волк. Так, еще одну. Зловышь, а потом посмотрим. Как-то долго, конечно, ищет зловышь, непонятно. Почему такая странная механика в плане поиска? Самаяка быстро ищет за выше, он медленно. Непонятно.
Ладно, пока он пусть ищет. А что ж так долго ищет-то? Ну ёлки-палки, а? Бля, да что так долго ищет, я не понимаю. Слишком долго ищет, слишком. Наконец-то нашел. Оп. Что не то, бля, я не понял. Наконец-то. Эшли, Джейн, Кладет и Уильям. Уильям. Поехали. Фу, я же зеваю. Бля, что у меня эта херня откуда? А, не все под контролем. А у здесь еще кто-то есть вообще, нет? Или все спят? Все споки. Бля, у меня как будто лицо заплаканное. Да что ж так долго-то все? Почему так долго? Я тут чай пью. Приятного аппетита. Я уже попью чаек.
Спасибо носом сообщи. Ой, что все погасло. Погасли фонари. Баю-бай. Спят усталые Антошки. Бля, как же долго оно все делает. Аж не хочется в нее играть больше. То нормально работает, то херово, непонятно. Это платная игра, это не бесплатная игра, чтобы вы понимали. Не знаю, блядь. А я помню, когда? Летом прошлым? Или зимой? Или осенью той? Вообще с ДБД такие трабы были после обновления. Вообще игру не искала. Где-то неделю такое продолжалось. А, нужно было только через VPN играть, чтобы игра запустилась. Короче, вообще... Какой-то, блядь, вагодром был, непонятно. Так, поехали. Ой, а чё, ля, её ярче сделали, что ли? Может, поровку немного за ним побегаем? Типа мы топовые мансеры. Наконец-то. Куда он побежал, ли? Сигиники чекают, что ли? Себе вдвоем. А никто ничего не починил. А вот логиник, а еще того. Сейчас летит нормально. Молодцы, ребята, чинили. Сейчас маньяк вернется. Такой долг. Даже никого не повесил, а уже три генератора готово. Хотя сейчас меньше ливает, раньше не наказывали за ливы, сейчас вроде бы сделали какие-то наказания. Все, три геника готово. Да, это вообще есть как еще. Качество хорошее, да? А я
наоборот, бейтрейт меньше, но качество уже меньше. Хорошая была до этого. Там прям Full HD 1080, 60 FPS. Сейчас чуть поменьше. Не жалко, что лагает убей, поэтому надо лучше. Так делает, но в этой игре не знаю. Они могут попробовать, когда все выйдут, игра закончится, по-моему, когда потом или нет. А не, когда первый умирает, он видит ники мои. То есть. Убегает там с одного ваншота может убить, у него порча стоит. Никита, как делишки? Что-то кожно не спит. Да, с нами был 4-й, 8-й, и я 10-го стал. 10-го. Маньяк, конечно, балласт вообще. Еще и с 2 амперками. Слабоваст. Может, только купил это мана. Ладно. Пусть пока игра ищется. Сейчас я приду. Вы еще спать не идете? Ой. Я нет. А что ты поздно ложишься? А у тебя же времени больше. Да нет, почему? 23:30.
Много интересного я пропустила. Да не, херня. Игру по 3 часа ищет. Вот только сейчас игру нашел, спустя 10 минут. Фотка на зеленом фоне. Что ты, каблук? Какой каблук? Женя, давай в ДБД. Лох, опущен. Почему ты не играешь с нормальными пацанами в ДБД? А, фотка на зеленом фоне тебя раздражает? Ну прикольная ж фотка, что нет? Такой толстенький Антоша. Мне понравилось. Хочешь тебя толстой сделаем, пришли свою фотку. ВКонтакте. С апреля не обновлялся, так, блять, уже пора обновлять, ты чё? Глянь, какие тут типы со мной играют, серьезные, бородатые. Короче, какую-то музыку навалю, акустическая музыка без авторских прав. Такая музыка не очень, она что-нибудь под ДБД, под ужасы. Такого тут нету. Бля, такого тут нету. Музыка для Хэллоуина. О, ништяк. Как раз скоро Хэллоуин. Что-то такая себе музыка. Это вообще Новый год какой-то. Хорошо, что про бороду заикнулся, надо было побриться. Ну, отпуги от людей пойдет. Ну, я, кстати, поменял. А, не, пожалею, я не поменял фотку. Я там что-то менял, по-моему. Я тоже подумал, может, люди пугаются такой фотки. Я поставил свою старую черно-белую куда-то. Так, какой-то бред играет, блядь. Чё, похер, пусть играет. У-у-у, какая карта топовая. Это красный лес, что ли, или нет? Или да? Женя, что это за карта, Женя? Ты лучше всех должен знать. Монет идет. Или не идет. Где-то бегает. Там призрак. Или дух. Дух. Ладно, чиняем. Останавливайся, дурачок, куда ты ползешь, блядь?
быстрее, быстрее, быстрее. Опять дед катку тащит, я не знаю. Почему мои тиммейты так не тащат? Давай, чини, пойдем. Да? Молодец. Получше достижение здоровья. Сейчас вот куда он убежал, этот дурачок играл? Борода. Шанс. Сейчас, если я успею завести, мне никто не помешает, тогда шансы велики. Зачем ты, блядь, сразу побежал? Давай зачиним, беги, не блядь, зачем? Блядь, мы сейчас в итоге не починим, и не снимем, блядь. Вот дурак, а? Его сразу спалили. Иди нахер, дурачки, я пошел открывать выход, блядь. Еще одни ворота.
Бам, уже черепачий мамон. Двоих уронит, походу. Что так мало фарма, все 15 000. Ладно, за маньяка еще одну сыграю и все, отключаюсь, да, туда. За этого, за Майка Майерса. Пожалуй, я сыграю. Мне он понравился очень. Только надо его немножечко прокачать сейчас. Еще два уровня. А, в принципе, можно там будет скачать, пока еще не будет. Пам-пам-пам. Если бы я там был, я бы сказал, что потихоньку. Ого. Ля, какая серьезная тима. Офигеть. Я думаю, тут все четыре в тиме. Как-то они резко появились. Конечно, не факт, но вероятность есть такая. Так, а давай-ка мы сделаем, что мы сделаем? Мы сделаем вот это. Мы сделаем. Так уж и быть, выбор за тобой сделаем.
раз он зеленым, потом фиолетовым прокачался. Так, давайте, ребята. Не знаю, что это дает на удар. Сейчас ставлю все перки на удар. Сейчас будет мясо. Сейчас меня, походу, этот Тима нагнет. Возможно. Но не факт, не факт. Тень. Когда сила тени достигает третьей стадии, он заносит руку с ножом за спину и что там кромсает всех с одного удара. Давай, начинайся уже. Все, последнюю галочку сейчас за Майку. Сыграем либо по красоте, либо не очень. Сука, блядь. Куда ты, шкет, бежишь, а? Бля, шкет, ты где? Что у меня фаза не набирается, что-то не пойму. Почему быстрее меня бегает? Это как это важно? А чё у меня фаза не набирается? Бля, это я походу херню сделал какую-то, я понял. Я перки поставил. Они у меня фазу не качают, он какой-то медленный. Да это я херню сделал, я... Он вообще должен фазу набирать. И, короче, нож за спину заносит, очень быстро бегает и с одного удара ваншотит, но... Сука, блядь. Что это какая-то серьезная тема, я сейчас на них вообще отмечу.
там все доски слила. Блять, у меня фаз нету. Короче, без фаз я это майка вообще бесполезен. Как он не попал, блять, вообще, блин. Ты прикинь, все, у меня уже пукан, блядь. Я лох, я вообще, я жестко душу, конечно. Так как оно не попадает, я не понимаю, бля. И здесь меня опустили на дно, короче. Я хуйню поставил, теперь такое. Как он, блядь? Долбоёб, что ли? Только не попал, да, я не знаю. Ты выебаешься, бля. Бля, я не помню, у меня левага, это ли я на туре попасть. Ну, блядь, это выеб. Один. Бля, как он так быстро с переукрылка, охуеть, я такого еще не видел. Как он не попадает, ну хватит, что-то я вообще, блядь, такой пиздец. Не являю, меня на туре как лоха разлетела. Блин, я не помню, я ли играл на туре, или я на туре попасть не могу. Сука, ебаная фаза, блядь, почему ее не было, это вообще жопа. Деда подняли, найти, маля, они хотят всех вывести, блядь. Ну, поэтому сложно задачу. Так как он, блядь, не попадает, бля, у него что, удар короче, что ли? Короче, все, я слил карту, я понял. Но он мне, сука, крепкий, да. Ха-ха, ебай, слился, дружка. Теперь да, прикольно было. Почитай. Ой, это бывает. Сука, меня бесит, что не выебывает, бля, только я могу выебываться, бля.
почему не попадаю? Он у меня перед носом бежит, но не попадаю, это как? Да вы ебался, дед долбоёб, блядь. Так, блядь! Ну вот что значит, да выебывались. Сейчас можешь ее крепкий орешки. Блядь, да. Бля, прикинь, сейчас еще выйдет, блядь. Стоять. Твою сука, блядь, сказал. Не выйдите, блядь, все-таки. Ну они выделывают, выделывают, выделывают. Антима был. Восьмой. Ну такое, конечно, такое. Почему у меня не было фазы? Чистое зло, раскрывает та вышка. Хоть двоих. Да ну да. А то зачем тебе память? Антон. Блять, ну это, конечно же, говно, блять, что он фазу, видишь, я не прочитал, он только первую фазу делает, а третью не делает. Ладно, все, я тогда пошел. Я пока наигрался в ДБД. Надо почаще играть, ты уже, блядь, забыл, как играть. Раз в год захожу. Ладно, давайте, Джейн, Владимир, спокойной ночи. Пойду-ка я отдыхать. Давайте пока. Поки-поки. Билдаун, кстати. Да.